Посмотрите, какие все достойные эти крупные собаки приюта. Как Барри, например. Я его вычесываю. Терпеливо стоит. Послушно. Барри уже не молодой. Но еще хотя бы минимум 5 лет он, конечно, тьфу-тьфу проживет. А при хорошем уходе надлежащем, то и больше. Подарите Барри дом. Это такой вот огромный красавчик. Сейчас свет не очень хорошо падает. Может, так лучше будет видно. Иди покажись, Барри. Замечательная собака с прекрасным характером. К сожалению, практически ничего не слышит. Это, конечно, с одной стороны плохо, а с другой стороны, это именно могло помочь ему пережить оккупацию. Да, Баречка? Покажи еще раз мордочку свою.